Через некоторое время вы сможете наблюдать очень странное и одновременно специфическое шоу из автомобиля. Это все, что я могу сказать. Еду в блэкаут на презентацию крафта. И по пути зашел, а тут на биржевой такое творится, такое творится. А творится ли вообще? Давайте узнаем. Ну что, мы поиграем, да? Мне бы по-хорошему, знаешь, что сделать? Мне бы положить палки на пол и выключить бы сценарий. Ну а где художник поставить? Не было бы комфортно, что в 12-го. Расскажите что-нибудь. Расскажите, птицы. А здесь можно курить? Чего пришли сюда? Не, я так не могу, не знаю. Ну ладно. Как это работает? Я не понимаю. А, нет? По-прежнему не понимаю. Нет, я все понимаю. Возьми микрофон. Нет, я не буду. Юная русская девушка по имени Военега, что означает нежно к воину, собирает клюкву в рассветном осеннем лесу. Ей холодно и страшно. И она обращается к ветру, чтобы он надул ей в любовь, собственно. Чтобы он подарил ей крепкие плечи и защиту от всех ужасов, страхов жизни и жизни в русской глубинке в средние века. И случается татаро-монгольское нашествие, она попадает в наложницы к хану Батыя. Мы покажем вам только первую часть сейчас, потому что мы все еще работаем над второй, над арией хана. Но, пожалуйста, внимайте и наслаждайтесь. Если между ними будет еще какая-то музыкальная штука, и, может быть, можно добавить просто какие-то стенания, там, не знаю, гитарные. Ну да, гитарист, к сожалению, кладет на дилее. Гитарист кладет в номинацию дома, я не смог прийти.